Привет всем нашим людям, это портал Геометрия.ру, меня зовут Александр Лебедев. 19 ноября в Ресто-клабе «Мама Люба», как всегда, веселая компания, ребята, короче, все понятно. Группа «Касты» сегодня собралась здесь, в общем, думаю, меньше слов, больше дела. Пойдем посмотрим, что там интересного. Это обычный день и тот же самый я, будто шагаю в своих валенках морозным утром. Краснеет нос и ветер, сука, колет щеки. Рядом бурый медведь топает на веревке. С его морды смахну пару хлебных крошек, колокола вспомню и прижму матрешку. Качну ушанкой и песню затяну сильнее, когда с березы мне ответит золотой. Какая любимая песня, Каста? Любимая песня «Любовь, свечи, вечер». Отличная песня, надеюсь, сегодня мы ее услышим. А вообще, какое творчество нравится, Каста? Старое более или вот которое более новое сейчас, которое? Наверное, все-таки новое, потому что ребята уже подходят осмысленно к своему творчеству, дарят нам качественный продукт, и каждая песня – это их жизнь. Распашку, в ней смешались все, как на экране, россиянцы и американцы. Таня, 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 Таня. Насколько я знаю, вы записали гимн Курска, правильно? Да, было дело. А может быть, вдохновение черпали из той группы, которая сейчас выступает? Безусловно, это мои кумиры. Много лет слежу за их творчеством, балдею, кайфую, посещаю концерты. Как давно с творчеством Каста познакомились? Лет 10, наверное. Где-то 10 лет начала слушать и до сих пор без ума таких песен. Ну а сильные различия есть вообще в том, что писали раньше и что пишут сейчас? Конечно, есть. Вообще был когда-то в Курске на концертах группы Каста с 99 года. Я просто живу здесь и знаю творчество группы Каста с 1999 года. Ну, получается, на сегодняшнем выступлении, как в 99-м, да, вообще, не подкачали. Перенес, просто это машина времени, Каста — это машина времени в прошлое, я улетел полностью. Это Каста, вы слышали о нас? Вы нас увидите еще не раз.